Ямочный ремонт дорожники решили начать с Нежинского шоссе, отрядив туда целых две бригады. И такое решение объясняют вопросами безопасности. Дескать, гоняют там быстро, причем не только оренбуржцы, но и высокопоставленные гости города. Потому асфальт должен быть идеальным. Подготовка вот сейчас идет. Сейчас будут проливать, а следом асфальт ложить. И если он даже чуть-чуть как-то поврежден, его надо, в принципе, делать, потому что дальше больше будет он разваливаться. А вот, к примеру, Брестская по-прежнему вызывает нервную дрожь автомобилистов. Прямо напротив здания администрации Северного округа сплошь ямы и ухабы. Всего за одну зиму Брестская из одной из самых благополучных улиц города превратилась в один из символов дорожной разрухи. Но городские власти обещают, уже завтра работы начнутся и здесь. Верхний слой асфальта полностью снимут, с тем, чтобы потом положить новое покрытие. В ближайшие дни в городе будут работать 15 ремонтных бригад. Фронт работ фактически весь Оренбург. Автомобилисты согласятся, хороших дорог в городе по пальцам пересчитать. Срочного ремонта требуют Жукова, Салмышская, Чичерина, 8 марта, Базовая и другие улицы. А времени не так много. Сроки достаточно сжаты, но мы прекрасно понимаем, что к майским праздникам мы должны максимально провести ямочный ремонт картами. Что касается более глобального ремонта, то здесь в первых рядах Комсомольская, Пролетарская и участок проспекта Победы в районе метро. Время их ремонта еще не подошло, грунт недостаточно просох. Но уже через несколько дней дорожная техника наконец появится и там, а значит, жди больших пробок. Если говорить о улице Проспект Победы от метро до автоколонны 1173, там, значит, также мы будем снимать верхний слой, будем делать выемку грунта, затем забивать так называемый ОМС, вот, уплотнительный слой, и также верхний слой будем полностью перекрывать. Есть такие же еще у нас участки, это как улица Комсомольская. Вот, там также будет сниматься верхний слой и меняться полностью. Городской администрации обещают, помимо улиц в городе, не оставят без внимания и дачные направления. Там после зимы дороги тоже растаяли вместе со снегом. Те, которые находятся на балансе у города, у СДХ, конечно же, мы их также будем ремонтировать. Они включены. Также включены дороги, которые у нас кладбищенским комплексом. То же самое, мы также по ним будем работать. Общая площадь ямочного ремонта в городе составит 20 тысяч квадратных метров. На все это выделено 102 миллиона рублей. Пользу от всего этого горожане смогут оценить уже спустя 3 недели. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время.